привет. Хотелось бы рассказать вчерашнюю мной пережитую историю. То есть она говорит о том, что, ребята, не засиживайтесь реально в социальных сетях и в каких-то там поисковиках знакомств. Все-таки желаю вам, чтобы вы были нацелены только на реальные знакомства и только на подходы. В какой-то момент, это примерно где-то неделю назад, то есть я подсел на всем известный сайт Tinder, то есть и вот каждый день занимался тем, что там просто оттуда выкуривал телок, то есть там создал хорошую анкету, вылил хорошие фотки, то есть и реально просто спрос пошел сумасшедший, то есть. Но суть в чем? В том, что девочки очень часто выкладывают там отретушированные фотографии, самые свои лучшие, то есть, но на свиданиях они, может быть, могут выглядеть, к сожалению, не так, как они могли оказаться на фотографии. Ну и, соответственно, я выбрал девочку, с которой решил, ну, как бы она мне показалась одной из самых лучших. Я думаю, почему нет, договорился с ней встретиться на свиданке. Вот. Ну и первым делом, когда я вышел уже из метро, мы с ней созвонились и столкнулись, то есть я уже понимаю, что как бы, ну, уже что-то более, ну, соответственно, ну, короче, не то, оказалось, все не то, думаю, ну, фиг с ним, там, попробую, схожу, то есть буквально там идем секунд 30, то есть она мне сразу же заявляет, что, слушай, я устала после работы, короче, хочу выпить пивка, блин, то есть, ну, для меня это, конечно, был шок, то есть девочка, как бы, ну, девочки обычно там, ну, им нужно кофе там попить, что-то еще, то есть все из себя строят, то есть это сразу надо мне выпить пивка, утащила меня в какое-то там, ну, я не знаю, недавно в Москве еще не все заведения выучил, но такое жесткое какое-то молодежное заведение, где продают там бургеры, и она заказала себе, короче, вот такой какой-то гамбургер из черного хлеба и вот такой стакан пива, короче, я реально просто охренел, то есть, ну, благо у меня было хорошее настроение, то есть я решил просто, ну, вот посмотреть, как это все будет выглядеть, то есть, ну, мы там пообщались с ней минут, может быть, там 20, как с сестрой, то есть я сидел просто, я охуевал, сидела девчонка, короче, жрала гамбургер с мясом и запивала все это пивом, блядь, причем я ехал до нее с тремя пересадками по станции метро, то есть вот, дабы не тратить свое драгоценное время, блядь, благо, что я не оплачивал ей ничего, ее продукцию, соответственно, вот, я приехал потом реально офигевший, то есть, поэтому лучше подходите на улице, по крайней мере, вы будете видеть, кому вы подходите, как там одет человек и сколько он весит. Там еще и оказалось тому, что на фотографиях была вроде отличная фигура, но когда она сняла с себя там длинное свое там пальто и пошла там за этим гамбургером, то есть я понимаю, что там жопа-то уже как бы нормально, ну, если рассуждать о том, что человек жрет гамбургер и пьет пиво. Ну, девчонка была такая, ну, очень хорошая, позитивная, то есть это самые, как говорится, лучшие черты, которые мне были, больше я там для себя ничего интересного не нашел, поэтому завязываю сидеть в социальных сетях и смотреть на ретушированные фотографии, то есть лучше подходить вживую, то есть поэтому как бы, ну, вот в этом ценность подходов, когда ты сам подходишь, ты уже видишь, и на свидание уже второй раз идти уже, по крайней мере, ну, когда уже вызваниваешь первую свиданку, ты уже знаешь, на что ты идешь, так что завязывайте с социальными сетями, знакомьтесь вживую.